Всем привет! Мы ученики школы Билимкана Бишкек, и это проект Study Friend. И сегодня у нас в гостях самый-пресамый настоящий пятиклассник. Привет, меня зовут Амаль. Сегодня наша тема – шкалы и координаты. Поехали! Следующее упражнение. На этом луче мы должны отметить точку 0, точку 3, точку 6, точку 9 и точку 10. Давай начнем. Первая, точка 0, уже отмечена, так что мы ее отмечать не будем по второму разу. Вторая, точка 3. Вот, это 0. 1, 2, 3. Да, отметь ее вот здесь сверху. 3. Это точка 3. Правильно, молодец. Теперь следующая точка, точка 6. 3, здесь сколько? 4, 5, 6. Правильно, отмечай ее. Давай, отмечай. 6. Так, следующая точка, это точка 9. 6, 7, 8, 9. Ой, напиши чуть побольше, пожалуйста. Ну, ладно, хорошо, оставь как хочешь. Так, 9. И следующая точка, это точка 10. 1, 2 и 0. Давай, держу. Все, молодец. Снимайте свои видео и присылайте их к нам. Пока!